How is this possible? Наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что... Graves seem pretty makeshift, like they were in a hurry to bury the bodies.
Thank you.
назад мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мы как-то... I bet I can make use of this. So the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Вирус распространяется все быстрее. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Однако мы не сдаемся. Мои коллеги работают без устали. Is playing tricks on me. Thank you.
to find a way to turn this on. Не следуй за мной.
was either a vivid hallucination, or I'm not alone on this planet. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зеленый огонь», кажется достаточно for some serious jetpacking.
This is not planet Earth. Thank you.
Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии, невзирая на странность их внешнего вида и строения, которые мы быстро утвердили как нашу собственность. Однако любопытно, что системы управления для запуска этих устройств кажутся предназначенными для учебных.
something odd about that storm.